Место для встречи в Рио главы Карелии писатели выбрали не случайно, собрались в библиотеке. Но говорили больше о деньгах. Писатели сообщили, что им не хватает средств на печать книг и альманахов. Артур Парфенчиков сказал, что привлечь деньги в литературу можно, к примеру, с помощью организации литературных мероприятий. Другой вариант – гранты. Глава подчеркнул, что даже в сложных экономических условиях культуру бросать нельзя. Сегодня совершенно очевидно, что те задачи в сфере экономики, которые мы ставим, да, они достигаемы только в том случае, если будут опираться на очень развитый, серьезный человеческий капитал. Сегодня везде нужно думать о том, чтобы в эту сферу приходил очень серьезный, образованный, культурный человек. Карельские писатели рассказали о том, чем сейчас живет литературное сообщество. Издается новый альманах «Снегири», литературный журнал «Север», который выписывают в 37 регионах России. Владимир Софиенко рассказал о литературном фестивале «Петроглиф». Он очень уникален. Уникален тем, что он кочующий. И каждый раз, каждый год он проходит на новом месте. На новом месте именно в карельской глубинке, в деревне. Куда приезжают, слетаются писатели и проводят там время. В последний раз «Петроглиф» проводился в Беломорском районе, в селе Нюхча. Владимир Софиенко считает, что благодаря фестивалю многие узнают Карелию, и он может стать брендом республики. Кстати, что касается брендов, Светлана Бердова предложила издать к столетнему юбилею республики сборник песен и стихов жителей Карелии о родном крае. Глава инициативу поддержал.